Можно чуть-чуть куда-нибудь в сторону вас? Так, лучше. Мы рассмотрели главные проблемы, сконцентрируясь на децентрализации решения, о том, что ключи не должны храниться нигде, и продумали достаточно сильную защиту от злоумышленников. Итак, у нас есть клиент, он регистрируется, у него есть парольная фраза SIP, он генерирует приват-кей и открытый ключ. Он вводит свои данные, паспортные данные, вводит ответы на там, ключевые фразы, какой у вас любимый цвет, девичья фамилия матери, вводит свои биометрические данные, как видео, Face ID, Touch, Dactyl Scale. То есть пользователь может сам выбирать, какой уровень безопасности ему нужен и дополнительные критерии вводить. В общем, мы хешируем данные по статические, то есть по паспорту и парольной фразы. Потом отправляем данные на хранилище софтовые данные, это те, которые не статичные, биометрические. А хэш отправляется в блокчейн и хранится там. Потом мы делим сид на несколько частей и шифруем их ключом из харддата и отправляем их на валидаторы, которые будут впоследствии проверять данные. Они свои ключи отправляют в блокчейн и хранят там до тех пор, пока не нужно будет их вернуть. И когда пользователь совершает процедуру восстановления данных, он со своего клиента опять вводит те же данные, биометрию и статические данные, отправляет это на сервис валидации, он проверяет по хэшу, действительно ли статические данные были, если все окей, отдает свою часть ключа на клиентскую часть. Потом также с клиентской части отправляются биометрические данные на сервис валидации этих биометрических данных, в том числе ключ, и обращается в storage и сравнивает данные, действительно человек является тем. Потом эти половинки склеиваются на клиентской части, дешифруются, и клиент получает доступ к своему аккаунту. Можно видео. Это централизованный сервис, да? Нет. Там все хэши и хранятся в блокчейне, и в том числе части парольных, части СИДа зашифрованы, они тоже хранятся в блокчейне. Они зашифрованы биометрической информацией? Нет. Зашифрованы, во-первых, ключом, который из статической даты, то есть делится на два ключа по разным функциям. Одна часть шифрует у нас биометрические данные, которые хранятся на сервере, а другая часть шифрует наш сид, который делится на разные кусочки. Данные только проверяются. А нотариус? Они дешифруются и проверяются, сравниваются. То есть, чем больше у нас серверов валидации, тем выше степень безопасности. То есть нотариус – это валидаторы, да? В данном случае сервисы KYC, есть такие несколько сервисов, будет разнесение ценных валидаций. А что будет, если у пользователя биометрические данные поменяются?
есть несколько параметров, по которым мы будем определять. То есть можно взять, если человек потеряет палец, там у него есть в то же время голос и лицо, и мы можем верифицировать его по этим данным. То есть. Ну, естественно, есть процедура обновления базы для верификации. Последний вопрос, пожалуйста. То есть получается, если валидаторы, допустим, сговорятся, то они могут раскрыть ваш SID. А как они сговорятся? Они. Нет, они могут раскрыть SID, потому что они не знают самой процедуры получения с паролем фразы, которая расшифровывается, собственно, части SID. То есть эта информация, она скрыта на сервисе. Ладно, все, спасибо большое. Спасибо.